К новостям культуры. Еще одно учреждение культуры и досуга открыло свой творческий сезон. Большой концерт в честь этого события устроили коллективы Дворца культуры «Мечта». Подробности далее. Сейчас в учреждении трудится около 30 коллективов и творческих объединений. В них дети и взрослые имеют возможность самовыразиться, поют, танцуют, рисуют, ставят театральные зарисовки, импровизируют, устраивают модные показы. Вот и сегодня на сцене хореография, вокальные выступления, панорама, юмористические зарисовки. Каждый коллектив постарался представить свою деятельность максимально интересно для того, чтобы красочно начать новый творческий год. Я хочу пожелать, чтобы эти двери всегда были открыты для старых и добрых друзей по творческому цеху, для новых творческих свершений, для талантливых воспитанников и благодарного зрителя. Коллективу Дворца культуры «Мечта» я хочу пожелать в новом творческом сезоне, чтобы он был также богат на новые проекты и хорошие, добрые сюрпризы. По ходу концерта себя представляют все коллективы. Каждый старается показать лучшие номера прошедшего сезона и максимально отразить свое направление творческой деятельности. При этом происходит все это в формате одной сказочной истории. Научите моего Ванюшку танцевать! Давайте, показывайте, чего там. Поддержать своих юных дарований пришли папы и мамы, бабушки и дедушки, братья и сестры. Сегодня для выступающих именно они главные зрители. Помимо этого, открытие сезона еще и повод взглянуть на результаты работы предыдущего сезона, оценить работу соседних коллективов и испытать свои силы в очередной раз.